оказывает ли вам какую-то помощь материальную там. И стараюсь все делать по правилам. Ну, как бы сделаем. И установили вам. Как же мы установили? Да. В магазине она продается. Эту батареечку. Вообще, как бы потребно, да, в каждую жилую комнату. Для газа и плафоны вот у нас все в эти люстры. Ну, я понимаю, я читаю. Новицкая. Ну, нас посещают, да. Вот мы как стали многодетной семьей, и вот. Как у вас, безопасно здесь, небезопасно проживаете? Мне сказали.